Говорят, в республике не хватает рабочих мест, но на самом деле в производственном секторе места создаются. Многие предприятия ищут желающих трудоустроиться. Не так ли, Вадим? Да, Алексей, мы познакомились с человеком, который возглавляет конструкторское бюро «Электромаша». О нем, кстати, на пресс-конференции говорил президент. Это Максим Медушевский, тираспольчанин, наш человек. Теперь он проектирует двигатели на экспорт. Такой профессии позавидовали бы многие. Мы занимаемся проектированием электродвигателей и генераторов, которые являются основной продукцией нашего предприятия. Всего 8 лет назад, будучи студентом 4 курса, Максим переступил порог заводской проходной. Пришел на практику как инженер-конструктор, молодой и, как показало время, перспективный. После того, как его назначили начальником отдела, конструкторское бюро под его руководством разработало целую линейку новинок – 1700 видов, представляете? Возможность карьерного роста здесь есть у всех. Как бы ступеней у нас очень много. Это от инженера-конструктора без категории, то есть это начальная ступень, до инженера-конструктора третьей, второй, первой категории, ведущего конструктора, руководителя группы и, соответственно, дальше. Сегодня Максим возглавляет целое конструкторское бюро. В его подчинении 20 человек. Он называет их «моя команда». Они не только разрабатывают то, что нужно сегодня. Здесь работают на перспективу, готовят новые высокоточные приборы. Коллектив, кстати, скоро будет расширяться. Буквально в этом году мы открыли ряд вакансий. То есть буквально в течение месяца мы сейчас приняли на работу еще 5 молодых конструкторов. То есть это прежде всего связано с увеличением объемов производства в этом году предприятия, как бы, и, соответственно, увеличением конструкторской работы. На «Электромаше» говорят, работники нужны, причем не только в конструкторском бюро, но и в других производственных подразделениях предприятия. При этом добавляют, завод ведет сбалансированную кадровую политику. Итак, не только вчерашние выпускники могут устроиться по специальности, но и рабочие со стажем найдут себе здесь достойное место. Рабочие места есть.